Всем огромный привет, ребята, с вами я, Лена, и сегодня снимаю новый видеоконкурс, и также итоги конкурса. И да, спасибо вам огромное за 500 подписчиков, да, извиняюсь, если будет слышно какие-то посторонние шумы, так как, или шумы, я не знаю, потому что сейчас уже вечер, и все у нас дома, поэтому может быть какой-то слышен шум. В общем-то, да, и... Для начала давайте подведем итоги. Вот этот вот конкурс, который, вот этот вот, в котором выиграл 3 человека, мне написали только 2 девочки, поэтому я переизбрала победителя, и новой победительницей стала, сейчас покажу, вот эта вот девочка. Сейчас я покажу ее. Она, точнее, выполнила все условия конкурса. Это был, ну, не этот конкурс, ну, в общем, то есть... Ну, вы, надеюсь, меня поняли. И, в общем-то, да, напиши, чтобы получить свой приз. И также сейчас я буду выбирать итоги вот этого конкурса, который был прошлый, то есть вот это победительница, так сказать, позапрошлого конкурса, так как вот это вот видео, это уже новый конкурс. В общем-то, я выбрала, и на самом деле было просто куча шикарных комментариев, очень было интересно почитать, но единственная проблема некоторых было то, что они написали просто шикарный большой комментарий, но они не выполнили 1-2 условия, из-за этого они уже не выигрывают, поэтому тут была вот эта вот занимает девочка первое место, чтобы получить приз, напиши мне личное сообщение ВКонтакте, они есть под моими другими видео, под этим вроде нет. Вот, она получает первое место, у нее был просто огромный комментарий. Остальные комментарии были там на 3-4 строчки, просто вот большие остальные комментарии под вот этим вот конкурсом. Вот они, вот допустим, сейчас... Ну, допустим, вот это вот. Она не выполнила какое-то условие, я уже не помню какое, но вот смотрите, это же просто огромный комментарий. В общем-то, эта девочка занимает первое место. Эта девочка занимает второе место. Эта девочка занимает третье место. Эта девочка занимает четвертое место. И эта девочка занимает пятое место. Надеюсь, ничего страшного, что я не произносила имена и фамилии ваши, потому что... Вы, в принципе, все сами хорошо видите. И чтобы, как вы уже поняли, получить приз, вы должны написать мне в личное сообщение ВКонтакте в течение недели. Давайте я вам покажу еще раз победителей. Вот. И еще Маргарита Черных, победительница позапрошлого конкурса. А сейчас я вам расскажу об условиях нового конкурса. Именно вот этого. Это будет письмо, ну, тоже на 5 мест, точнее, господи, я уже запуталась. В общем, первое место это будет письмо на 60 грамм, второе место это будет письмо на 50 грамм, третье место на письмо на 40 грамм, четвертое место письмо на 30 грамм и пятое место письмо на 20 грамм. И чтобы получить один из этих призов, вам нужно будет первое подписаться на мой вот этот вот канал, второе поставить лайк под этим видео, третье... подписаться на мой второй канал, ссылочка на него будет внизу в описании. Четвертое, подписаться на мою официальную группу ВКонтакте, ссылка на нее тоже будет внизу в описании. И пятое, написать в комментариях «Участвую», скинуть ссылку на свою страницу ВКонтакте. А также нужно будет написать о том, как вы закончили учебный год и какие-то, может быть, веселые истории из вашей школьной жизни, может быть, какие-то вот неловкие моменты. В общем, все, что связано со школой, все, что связано с окончанием учебного года, все это пишите в комментарии. 5 лучших рассказов получат от меня по одному письму. И да, пишите, вот чем больше комментариев, кстати, тем чем длиннее, точнее, он, тем ближе к победе. Но вы должны выполнить все-таки все условия. И да, это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока. Я вас просто безумно-безумно люблю. Я вообще просто, когда зашла на канал, увидела 500 подписчиков, я просто была в шоке, серьезно. Спасибо вам большое. И итоги конкурса будут тогда, когда на моем канале будет 600 подписчиков. Ой, ребят, я в шоке просто. У меня просто переполняет эмоции. И да. И, кстати, напишите те, кто живет в Екатеринбурге, и хотите ли вы встретиться со мной, погулять, допустим, собраться, всеми подписчиками, которые живут в Екатеринбурге. Напишите в комментарии вообще, кто живет в Екатеринбурге, кто бы хотел летом погулять со мной. Я бы хотела как бы небольшую такую прогулочку устроить, я не знаю, как это назвать. В общем, пишите, кто же хочет. Мне будет очень интересно, или пишите в ЛС. Я бы очень хотела с вами пообщаться. И да, всем пока!